Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики моего канала. Сегодня речь пойдет о певчих попугаях и о том, что вот какие порой бывают трудности или, как правильно сказать, неприятности, связанные с разведением не только певчих попугаев, ну как бы разных попугаев. Но сегодня вот покажу на примере певчих попугаев. Вот эта пара у меня была. Заметьте, я говорю, была пара. Вот все помнят этот скворечник, в котором в 2017 году от этого самца и самочки я получил два великолепных потомства. По 5 птенцов было. Они не давали ни одного болтуха, выкармливали прекрасно всех птенцов. И вот сегодня я решил посмотреть, что же там у нас в гнезде творится, потому что по записи, когда самка села на яйца, я записал, и больше она не выглядывала оттуда. И вот как бы время подходит, то что птенцам вылупляться, но еда в кормушке. Вот я их кормлю. Здесь зерносмесь, немножко пареного овса и одуванчика немножко дал. Еда в кормушке не уменьшалась. То есть я думал, если птенцы появились, значит еда должна уменьшаться. Наложил больше, а еда целая. Ну я взял, думаю, загляну я в кормушку эту, в скворечник, чтобы посмотреть, что там есть птенцы, нету птенцов. И вот что я там увидел. Сейчас я вам продемонстрирую. Итак, сейчас я открою скворечник, и мы посмотрим. Это я как бы сегодня утром проверил и решил снять на камеру. Еще ничего не убирал, ничего не чистил. Вот так я открываю. Там темнота полнейшая. Вот, может, видно, что я сейчас свет включу. Вот, пожалуйста. Перед нами картина. Самка погибла прямо на кладке. То есть, возможно, она не разнеслась или разнеслась, но факт остается фактом. Самка погибла в гнезде на яйцах. Попробуем ее поднять, посмотреть, что под ней. Как бы, видите, да? Яиц еще и нету. Видимо, первое яйцо застряло, и она умерла. В общем, такие вот бывают неприятности в разведении птиц. В этом году это вот у меня первое. Сейчас свет выключу. В этом году это первая потеря такого плана. Надеюсь, что будет последняя. Не знаю почему. Причина неизвестна. Вроде как вот тут было и не холодно, может, знаете, бывает, если холодные вольеры, самка не может расслабиться, не может снестись, и таким образом яйцо застреет. Но здесь тепло, нормально. Почему померла, не знаю. В общем, остался один самец, теперь он в поиске достойной самки. Буду искать ему самочку подходящую, как будто же сезон впереди весь только начался, разведение. Может, еще успею получить что-то от него. Тут кокарик орёт под руку, не слышно ничего. А внизу также вот там сидят эти... Сейчас покажу вам. Вот, внизу также пара певчих еще есть. Это то, что самочка от этого самца. Ну, у них скворечники. Сейчас вам покажу. Они вот только тут роются. Вот видите, грибут, сороются, но яиц. Яиц до сих пор нету. Так что такие вот дела. Не забывайте подписываться на мой канал. Пишите свои комментарии. Будем разбираться, у кого есть какие-то, может, версии, почему самка умерла. Все, до скорой встречи на моем канале. Всем пока.